19. Ну? Все? Справа. Справа у вас два. Нет, я не читал. 19 голосов. Против кто? Раз. Два. Три. Три. Четыре. Пять. Все. Владимир Алексеевич, мы земским собранием проголосовали за предложение, которое выносим для того, чтобы голосовать, по какому принципу мы пойдем. За решение комиссии. Мы проголосовали земским собранием. Земское собрание может свое решение принять. Так земское собрание принял. Так поставьте вопрос на голосование и проголосуем сейчас. Давайте следующее присвоим кому-нибудь. Окей, Василий, настаивай, что проголосовать за всех троих. Так мы проголосовали уже за конкретное предложение из трех, которые были. Не за конкретное, чтобы троих вынесли. Мы голосовали за то, что... Они между указывают за Прокофьева и за Морозова. За всех троих. Потому что голосовали уже 19. Голосовать о награждении медалями мы будем. Их не надо там награждать. Не надо голосовать за это. За почетные звания кандидаты заслуженных граждан Городецкого района проголосовали достойно 3 человека по документам, правильно подали. Значит, за каждого из трех надо голосовать. 19 проголосовали сейчас за одного, другие, значит, другие уже автоматом не проходят. Значит, за каждого, кто больше наберет, тот проходит. Мы отмели два предложения, которые были поданы другими депутатами. Мы взяли только одно предложение и вынесли его на решение земского собрания. Больше у нас нет, мы уже просто хотели говорить, но мы уже этот вопрос решили. Так нет, получилось как? 19 человек проголосовало за Смирнова.
пройдет. Потом уже за других голосовать они не будут. Почему это? За всех троих проголосуют. Итак, вопрос.